Дорогие девушки, здравствуйте, меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и на моем канале вы можете увидеть советы, которые используют профессиональные визажисты в своей работе, которые вы можете применить для себя любимой в жизни. И я очень часто говорю про макияж, но всегда возникает вопрос, ну с лицом-то понятно, вот мы сделали макияж, мы красивые, а что с руками, как же их привести в порядок? И когда мы, например, используем какие-то дополнительные средства, в макияже, там как бронзер, да, или тональный крем делаем чуть потемнее для того, чтобы придать такой легкий отдохнувший вид. А руки становятся как будто бы инородные, они очень сильно отличаются от цвета лица, и в итоге выдают, что у нас много косметики на лице. Вот чтобы не было такого эффекта, за руками тоже нужно ухаживать, и помимо того, что понятно, там различные процедуры мы можем делать в домашних условиях, сейчас есть такие специальные перчатки, которые можно носить для того, чтобы дополнительно питать и увлажнять кожу, уборку можно в них делать, пожалуйста, купите одноразовые перчатки, которые пропитаны специальной сывороткой, которая будет помогать в процессе уборки, помимо того, что вы убираете, защищать руки от химии бытовой, и также у вас будет как будто бы спа-процедура дома. Это очень удобно. А что касается цвета, да, когда мы взрослеем, там вены появляются, они становятся сине-зеленые, может быть, тут еще какие-то пигментации, или кожа становится такая бело-серая, опять же, потому что мы очень часто что-то делаем руками, и кожа, конечно же, здесь она больше всех страдает. Так вот, что касается такого визуального эффекта, можно сделать на руках как будто бы тональный крем, то есть их выровнять по цвету и сделать красивый цвет. А что значит красивый цвет? Что делаю лично я? Уже много лет я использую на руки автозагар. Многие до сих пор не понимают, что это такое. Автозагар — это такой спрей, который придает эффект загара, и держится этот загар не один день, не до того момента, как вы руки помоете, а в течение 2-3-4 дней. То есть этот спрей фиксируется на коже и проявляется через там где-то 4-5 часов легкий оттенок загара. И вот этот оттенок загара, он создает эффект, как будто бы вы затонировали кожу, то есть как будто вы нанесли тональный крем. Таким образом, за счет этого легкого загара нивелируется вот этот контраст между цветом кожи и цветом вен. И ваши руки кажутся более гладкие, ровные по цвету. Как это делать? Я это делаю всегда вечером. После того, как я принимаю душ, намазала все мазилки на все тело, затем уже, когда я понимаю, что я 100% иду спать, соответственно, я не буду ничего трогать, не буду ничего мыть в том числе, я прыскаю спрей на руки. Именно спрей я люблю, в данном случае это у меня Saint Morris, я его, этот бренд обожаю. Ну, в принципе, спрей автозагар есть в многих марках, вы можете посмотреть, например, в Dior есть. Есть бренды, которые специализируются только на автозагарах. Также у меня вот еще есть такая вот сыворотка, я ее использую для шеи и декольте, ну и, соответственно, для лица. И еще хороший автозагар тоже в виде сыворотки, можете посмотреть в Clarins на капельке. Значит, я сначала наношу на руки крем для рук. Нанесла, вот он практически уже впитался. Затем я беру спрей и прыскаю над ванной, чтобы не запачкать все вокруг. Прыскаю на расстоянии вытянутой руки. То есть я беру спрей, вот так вот вытягиваю руку и начинаю прыскать. И вот эта вот вуаль, она как раз очень мягко оседает на руках. Нужно подождать буквально, там, не знаю, 30 секунд, ну минутку, чтобы этот спрей зафиксировался на руках, и все, и спокойно идете спать. Утром просыпаетесь, а у вас красивый цвет загара. Самое что интересно, это подходит абсолютно всем. Особенно это будет актуально для девушек, у кого кожа вообще белая. То есть многие говорят, что ой, я белый, я сейчас намажусь этим автозагаром, у меня будет все желто-рыжее. Не будет. Если вы сделаете буквально пару пшиков,
раз, два, три, как раз на вытянутую руку, у вас получится очень деликатный нежный загар. В крайнем случае, самое главное не сказала, его не нужно руками распределять. В том-то и весь смысл, что вы вспрыснули, подождали, вот я беру, прыскаю одну руку, вторую руку, подождали 30 секунд, все высохло, и иду спать. Значит, если вдруг вы прыскаете, и вам кажется, что тут какое-то пятно, прямо, знаете, плюнуло это средство, а не спрыснуло, то есть еще вот такие вот перчатки, которые позволяют равномерно распределить. То есть вы надеваете перчаточку, и вот этой вот темной стороной как раз начинаете поглаживать на то место, где вы спрыснули. И у вас получается очень деликатное распределение. Никаких ни разводов, ничего. Я так прыскаю на шею, на декольте. В принципе, можно на все тело. Ноги, особенно летом, это актуально. Ну, я живу в Петербурге, у нас солнца не так много бывает. Поэтому, когда хочется выглядеть свежо, то я этим пользуюсь. Зимой я пользуюсь постоянно, потому что легкий оттенок загара лица, рук, декольте, мне лично кажется, что смотрится очень так живенько, я не выгляжу как белая поганка, мне это нравится. Поэтому такой вот прием, очень удобно, что вы прыснули сегодня, и вот с этим цветом вы ходите 2-3 дня. Вы моетесь, стираете, все, что хотите по дому делаете, этот автозагар, он не смывается, он смывается не пятнами ни в коем случае, а очень деликатно, равномерно, просто цвет, как вот обычный загар. Все меньше, меньше и меньше. Я понимаю, что что-то у меня уже светленько. Я дублирую. Можно несколько дней подряд сделать. Например, вы сегодня спрыснули. Очень красиво, деликатно. На следующий день повторили еще раз. Тоже цвет немножечко добавился. И вот так вы выбираете тот оттенок, ту темноту, с которой вам комфортно. И как раз это получается такая коррекция, которая минимизирует какие-то цветовые нюансы на руках. Значит, еще, кстати, очень хорошо, у кого руки красные, да, то есть они, например, там косточки красные или пальцы красные, тоже спрыснули, сделали более-менее такой ровный, однотонный, потому что еще цвет загара, он немножко как будто бы перекрывает красноту, то есть пальцы становятся не красные, косточки не красные, а больше такие персиковые, ну то есть выравнивается. Очень удобно, я всем советую. Самое главное, приноровиться, прыскать на расстоянии приблизительно 50 сантиметров, то есть не нужно прыскать около, ну прямо близко так, пск-пск, да, то есть вы именно вытягиваете руку, спрей держите на расстоянии вытянутой руки и вот так вот прыскаете. Все, тогда у вас будет очень красивое деликатное покрытие. Очень рекомендую, попробуйте, вам понравится 100%, потому что руки сразу такие живые, красивые, и всякие там вот эти венки, они не так заметны. Я благодарю вас за внимание. Когда попробуете, обязательно напишите, что у вас получилось, нравится ли вам результат. До новых встреч!